Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся около фонтана возле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, где сегодня еще месяц будет проходить выставка толерантности «Содружество медведей Бадди». Здесь находится 143 медведя, разрисованные под определенную страну мира. Заверный ООН, то есть в мире 143 страны заверенные ООН, и здесь находится 143 медведя, разрисованные под определенную страну. И сейчас у вас будет возможность угадать, какой стране принадлежит какой медведь. Я вам покажу медведя, и вы должны в комментариях написать, какая это страна.